Всем привет, с вами Антонио Раргард. Добро пожаловать на WarRP. И сегодня я бы хотел вам продемонстрировать новую систему, которую сделал Вова. Новое обновление. Совсем немного остается до открытия, потерпите. Завтра будет включен уже форум, где вы сможете общаться, задавать всякие вопросы, предложения по поводу улучшения и так далее. В общем, обновление связано со следующими вещами. В штате разбросано много мусорных баков. Ну, поставлено, естественно, не разбросано. Вот, и мы просто ищем, подходим. Можем покушать. Бесплатно. Вот. Собираем бутылки. Вот как собрали, пишет, вы не можете взять больше. Собираем мусор. Вот, все. И если вы бандит, то вы еще можете захватить с собой артефакт, который находится на всех военных базах. Точное местоположение я сейчас покажу вам на базе сухопутных войск, а остальное вы уж найдете сами. Вот. В общем-то, я на базе сухопутных войск. Приехал. Вот у нас стоит тут солдатик, которого мы сейчас убьем. У него выпало оружие. Он его уронил. В общем, вот, берем артефакт. Все. И едем на мусорку. Сейчас я вам покажу, где она находится. Ее местоположение есть на карте. Вот она вот здесь вот находится. То есть трэш-дамп. Ну, не знаю, мало у кого какая карта, наверное, есть. Вот, хотя если вы играете с моей сборкой, то она у вас, безусловно, есть. Вот, в общем, ну, это такая заброшенная шахта, можно сказать. Но все-таки это свалка, вот. То есть находится она в СФ, но, думаю, многие знают это место. Вот, подходим сюда, и здесь у нас сидит Диан Мир. Для взаимодействия нажмите H. Нажимаем H, сдаем мусор, получаем дофига просто денег. Сдаем бутылки, получаем тоже денег, и сдаем артефакт. И за него мы получаем уже $1200. То есть, если вы хотите сдать... Ну, то есть, если вы не состоите в банде, вы можете сдавать мусор и бутылки. Вот. А если вы состоите в банде, вы можете сдавать и то, еще и артефакты получать $1200. Вот такие вот дела. Также вы можете устроиться на работу погрузчика. Вот просто, то есть устраиваемся там. Вот у нас сейчас помощник, возможно, нам поможет, но тут ничего сложного вроде как нет. Берем погрузчик, просто на Ctrl заводим, как обычно. Так, ну выехать надо было там, конечно. В общем-то... Берем ящики, которые раскиданы вот здесь вот везде. На нам 8 их. Вот так вот. Делаем и едем на метку. Все, доставлен груз. Вот еще доставляем. У нас там Вова тоже трудяга работает. Только он что-то не может как-то справиться с этой профессией, видимо, очень сложно. Все, поработали. Как вам надоело, заходим опять к Диану Миру. И завершаем рабочий день. То есть $200, $100 за один ящик. Такие вот дела. Ждите открытия, все новости в группе ВКонтакте, ссылка в описании. Всем до свидания.